Английская грамматика, часть 79, время past simple, простое прошедшее время, wasn't и weren't, упражнение. И давай с вами посмотрим очень интересное упражнение. Вначале будет несложно, сразу говорю, но чуть дальше более трудно. Итак, труднее. Нужно здесь что сделать? Выбрать или wasn't, или weren't. Мы с вами помним, когда используется wasn't. I, he, she, it, это wasn't. We, you, they, это weren't. So, he in the park. Он не был в парке. Соответственно, мы выбираем he wasn't in the park. Потому что мы сами сказали, что he, she, it, это wasn't. He wasn't in the park. И далее, второе простое упражнение. Предложение остальное будет намного сложнее, ну, на мой взгляд. It a good idea. Это не была хорошей идеей. Это не была хорошей идеей. Соответственно, he, she, it, это wasn't. Поэтому также ставим it wasn't a good idea. It wasn't a good idea. Ну, в принципе, здесь все понятно, когда уже дано местоимение, что выбирать. Но иногда бывает, что нужно уже здесь додуматься, что именно следует выбирать. Смотрите, например, his parents at home. Его родители не были дома. Здесь нужно понять, к чему относятся his parents. His parents – это они, they, а they, получается, weren't. Значит, правильно, his parents weren't at home. His parents weren't at home. Далее. All the money there. Все деньги не были там. Значит, деньги – это какое число, единственное или множественное? В английском языке это единственное число. Поэтому правильно сказать all the money, соответственно, единственное число неодушевленное, то это it, а it wasn't. И мы выбираем all the money wasn't there. Далее. My brother and I at school yesterday. То есть мой брат и я не были в школе вчера. Мы с братом не были в школе вчера. Делаем отрицание. Мы. Здесь имеется в виду, значит, we weren't. My brother and I weren't at school yesterday. Далее. The books expensive. Книги не были дорогими. The books — это они. They. Тут неважно, одушевленные, неодушевленные. They. И получается, the books weren't expensive. His idea new. Его идея не была новой. Соответственно, идея — это it, неодушевленная. Получается, it wasn't. His idea wasn't new. Окей? Давай с вами проверим и повторим. He wasn't in the park. It wasn't a good idea. His parents weren't at home. All the money wasn't there. My brother and I weren't at school yesterday. The books weren't expensive. His idea wasn't new.